Снял. Я говорил, тема закончена. Ты могла прыгнуть. Но это твое право. Так, мы здесь. Чек на готовность. Дебафим. Отойду на 10 секунд. В дверь звонит. Так, погнали. Если вы здесь, там здесь. А могут два человека на лайне квест сделать же? Нет. Могут, но не надо помочь. Мы сейчас так дотестимся, что ни один не. И это очень будет. Что пробовать я не буду. По черепу заливаем. Хоть доспех хэм перенести на бой. Алис, агро. Сколько тебе осколков осталось? 10. Еще 2 месяца. Как проклял, да? Это ты 10 осколков? Да. У него еще 10 осколков. У меня еще 10 осколков. У меня только 40. Да, 7 боссов. Резко. Весом подбито. Так, левых начнем. Драгонсон, твои трусы. А кон... Я как выстрелил, я буду с пугами собирать тебя. А я колбы не изол, на мне колба повесилась. Нормально, блядь. Чек на готовность. А, чек на... И спускаемся. Я в ФК, в хильте. Шмейте лев ФК. По черепу играем. Расконтролили. Чем нам тактика? Да, ребят? Сам. Что привело тебя ко мне? Чем могу быть полезен? Тут рейс распустился. На хиле сидит. Грифну. А, масса что-то вылетела. Ой. Чё? Да ничего, я думал, вы уже вперед ушли. Ждите, пока хил прибежит, что ли. Может, только шею пойти сделать. Драгон, контроль трусы.
эфиром. Да, не, нежить. Где череп? Крысу играем тогда. Череп снялся с контроля. Играем по черепу, блять. Ребят, какого хуя вам говорят контролить или чё? Череп или чё-то это другое, нахуй, я не пойму. Сказал только одному, нахуй, Dragon Soul законтролить трусы. Трусы контролишь ты не покаянием, а изгнанием нежить. Ой, изгнанием зла. Блять, вайпаться на трэша. Легли, не бегайте. Все предупреждали хилы, что АФК ты тут, кроме меня. Да не, вроде только умерли. Бай тут, Линочки. Я не дую, все хорошо. Лежать бояться. На самом деле я бы лучше чешку забрал, чем Волю. Ты только понял? Да не, я знаю, но чешка Воля только в паре нормальные. А мне тут зеркальце лучше. Чешку он не смог забрать, а Волю смог забрать. Да я для капа РП собирал. Хотя и все равно капа не будет. Я чешку делал, у меня сразу такой перекап РП был. Опять пошел это разбить кота. Зато у тебя есть вероятность добрать другие капы камнями, а не только РПБ. А что, ты фулл силу что ли, Шайпер? Ну почти. А что ты кольцо на силу взял? Потому что у меня нет второго кольца. Сколько у тебя крита? И настроение сразу поднялось. Нет, не поднялось. Ты что, кота отпиздил, что ли? Я хлоры заберу, я плащик одену агиль. Еще агильное крылечко свали, и был бы вообще огонь. А мне пояс свали надо. О. Так вот кто пояс забирает, да? Плащик забрал, все. Ты до сих пор так и не зачарился, да? Лу-лу. Голды нет. Был еще в доллар. После этого будем собирать после целка, скорее всего. Что собирать? Так, череп мы убили. Отлично, играем по кресту. Кару. Трусы, контроль. Драгон. Чё, кого играем? Крест. Пять коровок.
Майн, все играем по трусам. Может, у меня уже класс дофармил наконец-то. Ты там квест на Лану? Они делают наши. Не, мне души дофармил наконец-то. Еще 75 душ. Сейчас это убиваем, Шедер Лиснер. Ой-ой-ой-ой-ой. 67% крита, нормально. Это с профом? Да. Сорян, не успел. Экзест, ты еще не дофармил реп? Не сейчас. Кто у тебя мейн? А что, был забанили, что ли? Лиса на келе сеть, я на пол. Горский дашь на пол полдорама. Остальные напугивать волнара. Надо подождать. Чик на готовность. Кинетику кто бьет? У нас два лока. Два поэтому забить. Ой, на пимша, верно, надеялся. Пимша, если у тебя собака, давай без. У него бес. Отлично. Буря клык, если что, поможешь. Чек на готовность. Давайте, ребят, принимаем, отлипаем. Быстрее. Время. Ну чё, кто-то скажет? Кого ждём? Во, клыкача? Буря клык. Кто это? Хант, третья пати. Я и без него убью. Ладно, шансунг, если чё, на пуге. Все говорят, чё-то на пуге. Ретрик один защиту от огня поставили. Сейчас на пол в кого? О, в мид двое я. Разбежались.
Не беги, новая появится. Барам играем. Пружинка. Пружинка. Откидывать все равно будет. Киблись, это играем. Я за ОЕ не забываем. Бомбу повесим на кисет. На и бомбу. Обновляйте. Сфер что-то мало, блядь. Алиса, за тебя два ядра стоит. Три. Там, блядь, масса бьет. Полнара играем. Кинетику. Убиваем. Ренжу набрали. Блять, еще кинетику. Ну, ребят, блять. Он? Нет. Помогаю. Михат. Толнорама. Давай, отлагивай. Помогал. Че, все молчат или я, блядь, уснул? Зачем вы орете, если еще лут не разрулили? Кто торопится? Их там не было, я, наверное. Да. Войт, отебись, пожалуйста. Пока я не сгорела, пожалуйста, не надо. Значит, типа он пишет. А все пишут. Да я написал посох сланы, офигенный выпадет. Ну, я наносил его. Спасибо. Третий спек. Я нового забрала. Хули пристать без своего грудак. Предбис. Гердружи тоже его тут носят? Такой. Да. И не только тут, вообще везде. Лейтенант, играем. Я пока не могу.
Какарус, отдай. Экарус, холи пал. Пал. Баба! Надо звать. Твись. Ты молчу я. Ну а нахрена вот этот возглас? Ты 500 гп словила за то, что, блядь, не проигнорила да человека? Потому, что он да хуесос, я закрыл. Тём. Я закрыл вот тему, я закрыл. Я все равно не перестану его бабу звать. Ну так можно проигнорировать рейди. Можете, блядь, обзываться нахуй вне рейда. Да, здесь вы команда, я вам, блядь, говорил еще на гниломорде. Любите вы людей, не любите, мне похуй. Шреддер, твоя луна, Драгон, твои трусы. Кого жарим? Без метки. Только двое без метки. Вы видите без метки, того и жарьте. Полуне. Сегодня агли людей, ну ёбаный. Я чё? Когда всю жизнь видел один конкурс, трансмитов, это церковь проводил. Скон не? Нет. Не. Азуэл закрыл лича? Да. Да. А я говорил, что они не дадут поставку. Суки, чё? Юрий, уже нет смысла. Просто душ ровно. Также трусы Драгон, Шреддер. Не знаю, я проводил ивент на арене Злгруба. В 80-м левеле. Я их стал делать, чтобы люди отдохнули от целка и риски. А у нас тоже, у нас Blood Empire, короче, каждую неделю в воскресенье какой-то ивент есть. А что за ивент? Там дают, плюс ЕП дают, плюс ЕП дают. Чё дают? А денег не дают? Дают ЕП, дают на первое место, вроде багруху там давали у нас. Потом 25 ДС. Хостпоты были еще спонсорские, а короче, играем. Ну это был забег, короче, первых уровней. По трех локациям. Где ты, Андрюва? Они забрали прыгать, а собака.
вообще так там берет от этого моба. Дал рывок, нахуй прыгнул, ну. Ты можешь свичнуться и второй дать, а Фурика нет. Фурик тоже может. Ну, вроде нет. Там, а рывок, не если мог. Не прокачан, то ты в бою не можешь играть. Я до боя могу дать. 4 до боя, да? А мне до боя нет. Чё, если прочаржишься с первой стойки? Ну, когда трэш начинает. Сейчас могу чаржиться. Больной Фурик. Нельзя прекрасная штука. Я боюсь, чтобы я временем, если меня корова пропнет, чтобы я не сорвал укус. С турбо не должен сорвать. Просто я уже тогда сорвал. Билки на минус агро. Понимаешь, поэтому не сюда. Я знаю, что она сидит. А Фурика минус 30%. Вроде 30, не? Десять. Русый драгон. Сапи, агро, Алиста. Ты уже себе 30 доли приготовил или шеем? Зачем? У меня два брюля. И скоро третий будет. Скоро это как? А мне в день упал брюль, руна Сируса, руна Лили и чешка. Потом я решил удалить Варона. А, все, на трэше корова прокнулась, значит у нас будет еще с коста, блядь, не бойся. Кидал у нас сфера не работает. Работай, когда убьешь этого моба. А, нет. Там еще какой-то моб есть, которого надо убить. Я ж не бил кота, ты чё, ёб. Ну, мой антистресс помял, мыть личико чуть-чуть, и все заебись. Сколько у тебя крита шейпер? Так, мангиала весаем. Это как кило. Рыбу кушаем. Турбо, второй укус даешь на Вайда. Точнее, ну, первый. Ты словишь? Кусишь Вайда. Там еще парень есть, Fallen Rush. Он тоже может условить. Ну да. Да не. Кто словит, как словит. Чек на готовность. Я на пул дам, аж, блядь, голос пропал нахуй от этого неловкого молчания, блядь. Каску даем, парку. Давайте, оперативнее, шеддер. Все, всем а. Дали. Ой, такой тонкий шмот одел, да? Кто тебе дал мут? Я дал мут. Он же писал. Сейчас сниму. Не поняла ты меня, понимаешь. Это было слишком сложно. Так, еще раз чек на готовность. Ой, можете собрать выпить? Да нет, там шмота хватает. Все готовы, отчет на полное эвинар.
Хорошо, бьем всех под жопой, босса. Нет. Почему нет? Факт. Я Карус побежал. Факт. Войт. К Торбе беги сразу. Пакт. Турбо, укусишь Итю. Войт, укусишь Клизму. Мангиал побежал. Пакт. Эксес тотем трепета поставил себя антифир. Мангиал. Шансунг на мангиал, антифир дай. Не смогу. Я на себя дал уже. Инжу даем. Я возле тебя турбос. Дал прожимку. Ты что делаешь? Лизма, ты вы чё? Ну, Шедро укусил. Мангиалов, так. Моса Берри Мангиала. Клизма, зачем ты убегал на тапку? Да, потому что здесь стать негде было. Все еще наоборот сошлись. Я как раз побежал, пакт, сбежались отлично. Да ничего, укусил на Шредера, значит укусил, молодец. По укусам чё? Так, Турбо, кусай мультю. Курский, кусай задума. Шредер. Кусаешь Клизму, Войд кусаешь Драгон... Драгон как там? Драгон Скорпион. Мангиала пробафайте, пакт. XS побежал. Клизму. Шредер кусает. Да, он в мини-зоне. В силе? Отлично. Шейпер пусил. Угу. Ничего, ладно. Так, дальше Турбо. Спакт. Кусаешь Шансунга. Кусаешь Мангиала. Мульти кусаешь Анхил. Шредер побежал. Алис, давай прожимку. Так, а вы я сказал? Я тебя уже запутался. Я маленького Милу кушал. Войду, главное, оставьте этот, как, укусите кого угодно, войду, оставьте милишника. Войд, кого ты будешь кусать быстрее? Да я Милу кушал. Турбо, я срываю. Раскусали просто ДДшев. Дракона укусите, я хочу. Факт. Войд, главное, укус не проебил. Рост будет? Акарос побежал. Раскусайте сначала. Раскусали? Геру дали. Рахил танков. Алиса, если что, меня кусаешь. Дим на хпшницу не дай. Эксес побежал. Как эксес я, конечно, не ебу. Меня укусишь.
Тогда панель пропадет. А, окей. Будет только один скилл на один миск. Босса забрал? Факт. Быстрее доливаем. Клыкач. Прожми в этот ШВ. 1%, быстрее. Горит. Все, сделал? Да. Спасибо за чего хотя. Че, выжил? Да. Там что, в кошмаке? Масленый выжить-то. Она берсу жахнула, да? Да. Плохо. Плохо, конечно, потому что надо было бить нормально. Самый прикол, все на Икаруса налетели такие. Я успел укусить. Ну, петуха, я, блядь, никого не укусил. Вот, кстати, за эту пуху я говорил. На кого? Че, на ретрика заебись. На Холи Пристан. Ты че, про пуху? Заящий свет? Че, гонишься? Там духа. Где там? А я не знаю, про какую пуху, короче. Пуху. Духа, посох. А, ну все, ну и пуху. Он бисовый, да, Аркуса. Ну, ты бисовый. На кого, на Эрдру или на Холи Пристан? Не тот, и тот. Есть. Есть робот. Ты Юлю укусил, блин. Вот кто? Ух ты, педик, послушал меня, что ли, курицу кусать? Я должен был её кусать, я в прошлый раз её укусил. Не, ну ты понял, я просто понял, что, ну, клизма что-то от меня убегает, стал на тапках. Я думаю, меня подставить, если рейд хочет. Да я что-то тупанул, я же слышал, что меня кусать должны. Я прям думал, ничего себе, чел от меня убегает. Но там реально что-то места совсем не было, я переклинил ее. Ты не особо 260-й выйдет. Бля, я тоже, я же говорил. Анкил не брал, да, у нас печеньку, правильно же говорю? Анкил вроде нет. Моса. Тоже не брал. Бля, да что с ЕПГП-то? ГЦ или ГЦ, уже 52-я. Идем дальше. Погоди, Тёма, я жал печеньку на успех, мне на мейна она не нужна. Тогда ты пропускаешься. Кому отдать? Там больше никто не ролил. Успех, да. Печенька идет так же, как и этот. Печенька это печенька у вас. У солёного не закрыто. Подожди, мне на друида не нужна. То есть я имею в виду на хила, я не буду. Ну блин, ральните, кто заберет за фул эту печеньку, пусть забирает. Кто-то будет забирать, плюс чат. Быстрее. Шарж я отдавай. Дал? Идемте бить, трэш. Отдаю. Можно хастботы? Ну вот хастботы и не свящие. Чё такое? Спасибо. Чек на ФК. Перекрыл релогать или чё? Так. Карус чё? А что? Так. Три хила здесь, соответственно, начинаю.
Бля, задум. Мы сейчас делаем квесты. Какого нахуй замена? Мне сейчас нужен РДД. Танки, пошли. Череп, крест, приоритет. Если хочешь лича, могу тонкануть. Че, у меня квест, что ли, больше? Ну да, у тебя больше будет. Посмотрим. Да и ретрик не помешает. А че, лил ботаники? Че, ботанику открыли? Ну, обычка и была открыта вообще. Че, побычка будет? И чипки. Ребят, не смотрим. Бля, сколько людей в онлайне, ёп. Ты про меня спросил? У кого что? Надо тему сделать звание от Линк. Сделаем. РДД по черепу, внешники в крест. Чё, эти, блядь, больше не спамят, что они продают джорки? Нет. Ставят ручки, так видишь, блядь. Почему? Они продать могут. Они это продают, но, походу, больше без спамами. Конечно. Лишние подозрения, чтобы не вызывать. Короче, Тём, ты за это не должны побанить, то, что ты мне пнул 25 голды. Короче, вон сколько смотрю, блядь, в чате все покупают эту херню. Это там, пусть и магнит покупал в чате. Потому что эти за деньги... За это понят. На этот... Им идут эти деньги на сервер. Ты не выводишь себя эти деньги. Ну, я не знаю. За это понят. Не. Я же с тобой нахуй. За покупку... Там банят не за это. Там банят не за то, что оборот большой в гильде по голде там по 30 тысяч отлетало некоторым игрокам. Забанили за то, что продавали за деньги реальные. А не за то, что там какие-то обороты были. Ну, тем не менее, там не выясняли. Ханта, отверните. Отвернулся. Более клык вылезет, походу, да. Сейчас поменяем. Что, у вас место есть? Да, скорее всего. Лед остался на личке, идешь? Да, да, иду сейчас. Че, щит падал? Нет. Нет, танковский нет. Лимон, этот щит только нормальный схем. Ну да. Он на транс неплохо.
Да, такое. Ну, красивый, да, мне нравится. Не знаю, мне что-то после циркуля отвращения нахрен все шмотки ссылка на конце. Я вот ничего не трансмучу себе, я не знаю. Там а я чем? За два дня уже просол на транс 5 косарей, блядь. Я за транс мой. Будет, причем он с обычки с Геры разного цвета. Ну да, в Гере черный. Да, с обычки такой красный. Не покидайте тело, что вас приснуть, если боя не будет. Че, я схожу? Да, да. Давай. Так, привык нас на всех. Какой некрасивый щит. Про тот, да. Ну, дайте маски спасы. Ну ёбаный. Резать по одному, да? Нет, я одного резнула. Слушай, Лимон, ты бы видел, как я квест сделал. Я там чуть ты не... Ты на... Шмоте, блядь. Ну, а не сделал. Но. ГЦ, может, час делаешь? 230. Давайте сейчас квест сделаешь, а это что бегает? Так и сделаем. 200-300 он делать квест. Так. Чего? Я Лимон волю забрал. Нормально. Лишь чешку забрать, короче, все. Можно соревноваться по репрессии. Да. С тобой? Бой с тенью. Так, если ты сейчас заберешь пояс. Я знаю, на что ты мне байкишь, блядь. Не надо, Луны. Ну, тебя уже Шреддер перегоняет, если что. Я знаю. Две лоры, вторую заберу я. Там мне горы нахуй нужны, по идее. Вот, пока что. Первую заберу я в любом случае, блядь. Да-да-да. Это что? Нет, сейчас время двух крисов упасть. Чего, дух? Два криса, ну, два кинжала. Ну, как раз два рога. А рогом-то не зафига, тут два комбата. Ну, они на ПТ все возьмут. Сейчас. Не, сегодня палки упадут. Не надо бафать, поставьте мне шкаф. Сегодня ничего не упадет, сейчас, блин. Тогда мы упадем. Станка. Блять, еще бы сколько-то, лучше три, блять. Вот тебе скидку не зря сделали, короче. Скид... Ты знаешь, о чем. Воля упала, нахуй, можешь мне донить, ёпта. Не знаю, мне мой транс нравится пока что. Хоть тролиха не так уродски выглядит, как тролль, блядь. Тебе моя каска нравится? Тролли красивее, чем тролиха. Не знаю, там как-то. Сейчас блядь... танк нужен. О, валька еще. Да. Знаешь, как выглядит этот? Сейчас шмотки, блядь, на лу. Знаешь, кем я? Старый одевает танком. На своих племяшников. Да, Лимон, справа. Соответственно, Лиса, ты слева. Приоритет миличники. Это подавители, разгром, маги, джи. Дальше, РДДшники. Ваш приоритет — это разгром, маги, кособоки и пуджи. Ну, для тех, кто не знает, кто такой пуджи, это большие толстые шары, которые бегать и кривать. Когда их убиваем, ты под них каток. И, ребят, не забываем под них литил. Потому что когда они умирают, под ними производятся черви. Карус. Так. Тви. Такс. Кто у нас из хилов? Твинси была. Карлс был в этих порталах. Экарус. Ну, та циркуля тут не особо отличается. Значит, портал один бегаешь.
Стаки не ходит за 4-4. Не забываем. Стаки не, не прослакивай. Хилить можешь сразу, можешь набрать стаков, потом захилить. Так, слушай, черных с белых выходим. По тактике здесь все. Чек на готовность. Че, протобаф? Да, 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 ты про. Сказка. Лапу дайте, друиды. Так, чек на готовность. Один друль всего. Печально. Все готовы, отлично. Чётно. Сводим и уешим быстрее. А кто хилит босса? Кому им кадывать? Экарус. Хуликан. Хуликул. Подавители. Да ну, ты 10 лажа хуёвая, бля. Даже на трэше не пропадает. Смотря на клан. Парку Джао, я. Может, вот ты скажешь. Для палов и престов. Когда разгром растут, газ сбить. На нем ва и... Нет. Он у меня только сам лагает или это у меня только лагает? Лагает, ну. Слегка. Подавители. Кто? Ты? Ты немножко. Что это я лагаю, а вы лагаете? Я не могу. Подавители, играем. Гро. Не тяните в рейд мелкого, Малдер. Убивайте на рейд. Он не тянулся, он пришел. Его любой милик может сагрить, он не убьет его. Че там? Говорите его к хилам. Вот и все. Че так выбегают эти подавители, странно, блядь. Ничего странного. Куча появился, подавители появились. Я знаю, имею в виду, что, блядь, с разных сторон, блядь, не везет. Это нормально. Это нормально. Это норма. Я знаю, что норм. Но более странно было, что она выбегала нахуй всегда, блядь, в одной точке почти. Сейчас не везет, что-то. У меня-то 10 ни разу не прокнуло, блядь, за весь бойник. Так это трэш. Я понимаю, но в чем прикол, почему я одеваю его на трэш? Если дар грома кинуть, то эти стаки вешаются на всех. Открыто. Попом обратно к ханту убегает. Чем больше цели... О, прокнуло на рок-лес. Ну и что? Кто мне что? Разгром? Да протянул хвост. Так я к своим, пацанам. У нас там пятеро было, ты один. Я и смотрю, в хвосте вон они стоят. Пацаны. Пацаны вообще ребята, да? Особенно вон тот. Я открыла портал в изумрудный сон.
Ты знаешь, как Асгарды 25 хеми убивает эту Синдру? Как? Они ставят 3 глыбы только, блядь, и 2 глыбы в одну. Я не знаю, как они это прохиливают, либо что-то не пашет 25 хеми. Подавители. Смысл? Только 3, короче, глыбы, они легче сливаются. А 2, которые в одну? Чё там? Они типа кливают одновременно. Там дамаг не убивает. Не просто один в один типа стоит в пейли. Ну, может, у них ДЦ считывает очень хорошо. Ну это да, это надо захиливать на фул щиток теперь. Я знаю, что там 6 будет. Правильно все делают. Можно и без этого, конечно. Давите. Мобота забирайте, он сейчас хулипало убьет. Че, мать, подорвали пукан тебя? Какой пукан? А. Подавители. Походу на силу прокнул, он сразу подорвался. Там 74 стака у паладина. Че, он не захилил бы сейчас под герой? Нормально, еще раз заглядит. Давите. Знаете, что им дропнулось, короче, с вальки в 25 хэн? Три кольца агильды, блядь. Че, нам тоже сейчас три упадет и будет норм. Браски раздеребаним. Три пояса надо. На выпадет холипаловский шмот. Там шмот не выпадет. У меня падало 3 хладных окоребра, типа ешки с ребра. Плохой человек. Паладину. Веру. Пашку по паладину. Ага, сейчас. Я нашел, что сказать. Где он стоит, хилит. ПС-ка вроде с Герой не стакается, насколько я знаю. Стакается. Мне уже разговорили, что, блядь, этот бурсты Уваров не стакается с Герой. Держи в курсе. Ты уже сказал, что этот не стакается, блядь. Зов нахуй с этим, блядь, с перчатками. С инжимом. Ну вот, видите, холипаловский шмот. Почти весь. С полезной. Сапоги не наденешь, ни ноги. Сапоги нахуй сразу. Ну если бы был какой там 226 шмот, то можно, по сути, из-за статуса. Конечно. Ноги нахер.
Ноги крафт или 10 гера, сапожки с резки. Да, советский лист. Юль,